есть. Давайте на чем-то хрен применить. Качество, да. 6, 5, 2, 4, 3, 2, все. Хорошо, хорошо, хорошо. Пошли, 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 пошли. 2 метра. Так, ну вроде все в порядке. По-моему, да, по-моему, плавают. Все, все вышли, да? Ну я пошел, парню, удачи. Все вышли, да? Когда добирался до острова, наши парни в водолазных костюмах уже доплыли до берега и вступили в контакт с противником. Хорош. Сейчас у тебя все они открыты, что там мы на себя их закрыли. Сейчас, смотри. Сейчас, спокойно, все говорю. Только что ты меня не видел. Смотри, я метки нарисовал. Где мы? Миномет, тут миномет рядом с нами. Херпов? 209-й был. Вот и да, полно вижу. Не по триггеру работать или просто по пехоте? Работай, кого видишь. Убивай всех живых. Ты живой? Я живой. Где он там, блядь? Есть техника, вот за дымами, чуть левее. От дымов на 220. Меточки примерно кидай, я удалил по дублеру. Это пивас, по-моему. Да, это пивас. То есть Эвенджер, Эвенджер, Эвенджер. Где, ты где? От дымов... А дымов 220 метров 500. Я дымов просто не вижу. Нет, это стопудовый Эвенджер. Слева от него в казарме на втором этаже крайнее окно. Еще один сидит с биноклем. Калоша стоит в руинах. Сейчас дам метку. А, ну там есть метка. Заебал. Я лежу, не двигаюсь вообще. Я смог нашел. Прицела нет, сейчас попробую на этом этаже. Я сейчас попробую, короче, ебать по этой калаше. Калашу взорвали там вместе со стройкой с этой. Хорош, WhatsApp. У тебя летит? Не могу пока посмотреть. Да?
О, ну капец, как так? Наши основные войска были разбиты. На пятерых мы убили 16 человек, миссия закончилась нашим поражением. Харюк, давай-то загоняй на это, да, наверное? Да Викер заберет, Викер, на метке, бардак. А, ну все, мы тогда ушли. Можно на эту метку я поставил на карте? Нет. И человек. А что ты собрался там с Брэдли воевать? Нет, спрятаться, с бинокля посмотреть. Ярче убивать. Ты бинокль нахер распиздил? Да, синий. Они к тебе, скорее всего, будут перебираться по пулям. Они на северо-восток ползут. Угу. Может, снайпера? Не знаю. А вот уже брыблю слышно. Где-то на кургане, блядь. Понятно. Ты живой? Это ближний контакт. Двигаемся. Все нас двиг фастом. Сейчас ко мне пойдут. Нам идти к тебе, Харек, помогать? Да, оттягивайтесь потихоньку. А нам за синий нельзя, да, выходить? Нет, за синий нет. Шел на восток, потом на север. Аккуратнее, Шайданыч. Ну, если после мёртки не факт. Шайдан, на восток поить пошёл. Так, вижу. Да, это амеры, они идут по восточной кромке, все правильно. Дал метку точно. Нет, подожди. Давай мы перетянемся. Перетягивайся сюда, окей? Да, давай, давай. Ну, где-то командник говорит, блядь. Не-не, дрон, жди пока. Если пройдут, тогда фон, Анюш, покажи. Упор. В упор. Вижу. Да, вижу их, блять. По кромке? Работай. Я, конечно, видел. Не-не-не-не-не, я точно на своей. Короче, я там кого-то из них ранил, они задымились. Сейчас, вероятно, они развернутся, чтобы помочь своим. Ну вот, скорее всего, так и происходит сейчас. Да-да-да, я контролю это направление. Можешь пострелять по ним, пусть разворачиваются, тормозят. Вижу, одного идет на север. Идет на север. Аккуратно, блядь, хромает, по-моему. Брат, я не вижу, блядь, кто. Да, вижу, еще один бежит, нахуй, по кромке, блядь, хуярит на востоке, нахуй. Двое, блядь. Да, двое бегут, вижу их. Будешь по ним работать, Ватсапыч? А я не добью. Вижу двоих с ДВшкой один. Ну, ты про них? Может быть, я не вижу просто там далеко, блядь, метров 300.
Минус 2. Красава. Либо бессознанка опять. Ну добей, добей, нахуй. Опасно, может ты добьешь? Я далеко от тебя. Я сейчас смещаюсь на восток, на северо-восток. Минус. Сзади подходит с юга. На мою метку с юга идут. Понял. Шайтан, можешь оттягиваться, я прикрою. Куда? А, ты там закрытый. Бегу. Живи, живи, живи. Да. Там с востока техника какая-то. Дрон, вы поймали этих жуков? Не-не-не, идем, идем. Кто с севера идет? Может я? Ёлки, нет. Кто? Поквеш, поквеш, лёг, быстро. Лёг, 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 я лёг. Не ты. Я на своей. Где ГПшка? Где ГП? Да, в ёлке. Дрон, выйди к Викеру на... Вижу, это... убегай, пусть метку поставь. Вали, вали его, вали его. Бил, нет? Он не умирает, сука. Дыму. Под елкой? В дыму, в дыму, прям в дыму. Под елкой? Нет, не под елкой. Гранат кинул ему нахуй. Еще минус один. Понял. Это не в дыму. Не знаю. Харек, ты у этой, блядь, у дома? Я, не-не-не, я на той же. А за забором кто был у дома? Это враг нету там своих. Слева или справа от дома? Слева. Ты за деревом, ты за деревом. Да-да-да-да-да. Понял. Тут передо мной чел, блядь, в дыму, по идее, должен был золотом, блядь. Либо это тот же. Дом контролю, двор тоже. Да, это сдох. Пошли чистить. Давай. Так,
большой не входил точно, он там сидит. Да, я понял. Давай с двух сторон. Шайтан, не заходи за дом. Давай за дом закину. Угу, давай. Дом, за дом чист. Дам внутрь. В доме он? Дам внутрь гранату, не подходи. Захожу. Тут. Отходи. Отработала вражеская Брэдли. Миссия в итоге завершилась нашей победой. Ну, пиво без орешков не то, да, Аня? Просто орешки. Да, конечно. Надо что-то жрать. Можно и пловом еще закусить. Плов только после 3 часов ночи. На северо-восток. Бежит прям вот на юго-запад, прям на нашу гору. Смещаюсь в ту сторону. Прям по открытому полю. Сейчас чуть-чуть передвину. Вот прям точно. Ориентир есть какой-нибудь? Нет, ну там такие линии заборов, и он идет по ним на юг. Шайтан, решай ориентир, если смотреть на замок, слева от него груда камней такая большая, большая карта. Он между камнями. Он между замком и камнем. У нас есть медик рядом? Да. Морис, мне медик нужен. В КВ. Хотя, может, это и не просто. Там вот видишь, гляда, вот он, короче, между гридой, вот за ту руку. За ту руку. Там эмки уже вас все шарашит. Если дрон молчит, предлагаю сдвиг сделать. Да. Ты где? Я на метке. Делаем сдвиг, серпов оттянись. Пытаюсь. Делаем сдвиг, дрон не отвечает. Шило сгорело, походу, да? В замке контакт одного убил. Вполне. Может, близко, на 60. На соседней горе. Да мы, походу, все. А мы там же был у себя? Да. Блин, на склон побежал прям в сторону врага. Я не Здесь, в дом. Тут,
ЛМ-134. Приезжает, вижу, блин. Он летит ровно с востока, пусть вниз на юг уходит, на юг. Ровно с востока прилетел. Читаныч, ты так же наверху стоит. Не вижу, где наверху. А, левая часть, короче, замк. Убил. Это снайпера. Ань живая? Живая, да. Не успевает вот. Да-да. На замок что-то подъезжает с востока, походу Брэдли. Четко у замка. А хотя это очень похоже на танк. У них же есть танк, да? Да, есть. Значит, тут танк, скорее всего, приехал на замок. Уезжает прям, да? Да. Блин, значит я не успел. Такая база огражденная. На западе тоже есть какая-то. Кто там? Кто это на юге, блять, бегает там? Быстро. Нет, наверное, за себя. Я Замка стреляет. Я работаю. Вроде наш, блядь, поднимается. Да. Понял, артист передает то, что его штурмуют, и нам следует идти на зэк. Давайте уходим на зэк. Уходим. Кому триггеру работаешь, да? Да, там они бегают, много там их. Там снайпер сидит по мне, работал осторожно.
Кто у меня ходит? Блять, пугаете. Я, возможно, рядом. Не ходи у меня в полный рост, они меня не видят. Я лежу. Тур. Подожди, Триган, это такая здоровая хуйня, что ли, да, блядь, стоит построенная вот здание? На этом моменте у меня крашится игра. Пока я перезаходил, моего стоящего бота убивает противник. Тем не менее, миссия была нами выиграна. У меня было 8 фрагов. Реплей боя вы найдете в первом комментарии под видео. Отличный способ следить за информацией на канале — это вступить в группу ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании под видео.